Более 13 тысяч детей в нашей области пойдут в этом учебном году в школу. Для них и других учащихся уже готовы к работе 379 общеобразовательных школ, в которых работает более 12 тысяч педагогов. Об этом на площадке региональной службы коммуникации рассказала заместитель руководителя областного управления образования. На сегодняшний день в 379 общеобразовательных школах области обучается около 100 тысяч учеников. Две школы в Акжаикском и Женебекском районах закрываются по причине несоответствия количества учеников. Это связано с миграцией населения в более перспективные населенные пункты. В двух школах Таскалинского и Теректинского района планируется реорганизация. Из основных им будет дан статус начальных. Причина та же – миграция. Основная школа Антамах в Таскалинском районе и школа, основная школа Таран в Теректинском районе. Все учащие, которые находятся в этих населенных пунктах, они будут устроены пришкольные интернаты, которые в близлежащих школ, и будет организован ежедневный подвоз. Все они будут охвачены обучением. По прогнозным данным, в этом году ожидается прием более 13 тысяч детей в первый класс. Классы предшкольной подготовки не менее 11 тысяч человек. В данное время их готовы обучать более 12 тысяч педагогов. При этом есть и дефицит кадров. Система образования региона испытывает дефицит в 45 учителях. У нас наблюдается потребность педагогов начальных классов с русским языком обучения. И учителей русского языка и литературы для казахских школ, а также учителей математики. Потребность кадров будет решена через принятие на работу молодых специалистов, это в августе месяце, а также увеличением нагрузки тех учителей, которые работают по данным предметам в школах. В областном центре остается 5 школ с трехсменным обучением. Также 5 школ в области признаны аварийными. Для решения проблем трехсменного обучения планируется строительство новых объектов образования на месте аварийных школ, а также строительство новой школы номер 52 на 900 мест в районе медколледжа поселка Зачаганск. Заявки в Министерство образования и науки по всем объектам поданы. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.